Добрый день. Мы находимся в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, где по традиции в последнее воскресенье месяца открывает двери приходская библиотека для встречи с детской книгой. Сегодня ее бессменные ведущие Анна Годинер и Анна Грешных предложили участникам встречи поделиться своими впечатлениями от прочитанных за лето книг, а также теми темами, которые они хотели бы обсудить на предстоящих встречах. В обсуждении приняли участие даже самые юные читатели. Хочешь сказать, Ада? Давай. Мы всех внешли, да? Враг, и мы определяемся. Совершенно верно.